Копательная машина. Фу, как я устала. Эксплуатация детского труда. А завтра еще и свеклы выкапывать. Сегодня окучивать, завтра выкапывать. Надоело. Фу, а это еще что? Ай! Похоже на какой-то план. Или карту. Карту сокровищ. Тут еще буква написана. И кажется, я знаю, где это дерево. А представьте, если мы найдем золото. Ух ты! Можно будет вообще не работать. А вместо огорода сделаем бассейн с голкой. В чем же секрет этой буквы «С»? Пришли! Ничего не видно. Нашел! Вытаскивай скорее! Выпишите меня отсюда! Снимите это! Снимите! Тут еще одна буква. Понял. Надо собрать все буквы, и получится слово. Надеюсь, ловушек больше не будет. На эти деньги адронный коллайдер построю. Только чтобы он моему бассейну не мешал. А я! Есть! Это еще что такое? Я не поняла, а где золото? И кому было не лень устраивать все эти загадки? Гена, вы где были? Я вас весь вечер ищу. Что это? Я бутылку закопанную в огороде нашел, а потом такое было! Лес! Ловушки! И вот! Это же копательная машина! Какая? Я в детстве не любил работать на огороде и просил моего соседа-изобретателя придумать мне копательную машину. У него был настоящий талант и чувство юмора. Любил он придумывать хитрые ловушки. Потом он переехал, а это, видимо, был его прощальный подарок. Он даже намек для меня на участке оставил, а я-то и не нашел. И как я сам до этого не додумался? Если ее собрать, то завтра свеклу выкапывать не надо будет? Если все детали на чердаке найдем, то... Ура! Бежим на чердак! Но пропалывательную машину еще никто не изобрел. Улыбка фортуны. Выигрыш! Ура!
Я выиграл! Такой сон не каждый день приснится. Ага, срочно покупаем лотерейный билет. Нюхом чую, выиграем. Вы вообще про такую штуку, как статистика, слышали? На этих ваших лотереях выиграть нереально. А я верю в хорошие сны. Дружок, я в доле. Вот, все мои сбережения. Подождите меня, я тоже хочу в долю. А это мои жеребения. Так ты с нами или как? Ой, ну прям не знаю. Ладно, так и быть, схожу, куплю вам этот несчастный билетик. Все равно на улицу идти. Ну сколько она там? Держите свое счастье. Купила самый симпатичный лотерейный билетик. Три футбольных мяча означает выигрыш. Ага, сотри защитный слой и увидишь, как ваши денежки говорят вам: прощай. Ха, это мы еще посмотрим. Первый. Второй гвоздь мне в кеды. Ура! Выигрыш! Ура! Я же говорил! Я чуял! Я знал! Ура! Нереально! Спасибо вам всем за поддержку! Ну все, я за своим выигрышем! А с чего это вдруг выигрыш твой? Как это с чего? Мне же сон приснился! Значит, и выигрыш мой! А денежка на билет тебе тоже приснилась? Я спонсор! Значит, и билет мой. Интересненько. А я, выходит, вообще ни при чем? Конечно, ни при чем. Но я прямо в восторге, а? А билет кто покупал, по-вашему? Кто его выбирал, а? Да если бы не моя легкая рука. Ура! Я придумал. Чтобы не ссориться, нужно разорвать билетик на равные части и поделить. Вот еще. Глупости. Это прикол. Мой билет делить будем. Вот именно. Мой. Отдай сейчас же. А я говорю мой. Эй, Лизка, а ну-ка. Ой, отдай. Ой. Ой. Мое. Отдай. А я говорю мой. Отстань, мой. Ну-ка, отдай. Ой. Да где же этот билет? Куда он запропастился? Смотрите, я наш один билетик поменял на много таких же билетиков. Теперь всем хватит. Все, это последний. А я говорила, статистика нереально. Эх, дырявый мяч! Нужно было сразу выигрыш поровну делить. А малыш ведь говорил, почему мы его не послушали? Что на нас нашло? Накинулись друг на друга из-за какой-то лотереи, как не родные прям. Эх, мы же одна семья! Барбоскины гвоздь мне в кеды! А из-за этих глупых бумажек? А давайте все вместе посмотрим телевизор. Ага, точно, хорошая идея! А потом все вместе пойдем гулять. Я согласна. Ты и я, мы с тобой друзья. А ты и я, мы с тобой. Ну вот и хорошо. Теперь никто не будет ссориться. Шито-крыто. Так, куда бы мне это запрятать? Дружок, ты мою сумочку не видел? Такая розовенькая, со стразиками. Не видел я твою сумочку. Хочешь, возьми мою. Ой, какая коробочка? А что в ней? Да так, ерунда всякая. Ну, сумочка у тебя уже есть, все, пока. Так.
Что он там пьячит? Так, нужно выманить его из комнаты. Например, чемпионат мира по футболу. Прошлогодняя запись. Лиска, ты гений! Болейте с нами, кричите с нами, свистите с нами, ведь сегодня финал! Финал! Гвоздь мне в кеды! Как я мог забыть? Ну правда, как? Ух ты, какой пас! Давай справа, давай, справа ходи! Слева надо, слева! Да кто так играет? Так... Давай, вперед, вперед, давай! Слушай, я это уже где-то видел. Вот точно, такой же пас. Ой, да что эти футболисты могут новые придумать? Давай, пас, точно, пас! Прошлогодний матч транслируют. Не, ну это не прикольно. Ты чего? Воза, ты где? Помоги, мы встать не можем. Не могла подольше его задержать? Ага, сама попробуй. Ой, да без проблем. А ты попробуй коробку найти. Мэш! Дружок, ты мужчина или как? Лови ее! Кого ловить-то? Никого не вижу. Вон она, в нашу комнату побежала. Лови ее! Вон, вон она, не дай ей уйти. Так, так, так. А? Ну, где эта мышь? Убежала, наверное. Не поймал. Конфеты. Какие красивенькие. Попробуем? Ты что, это же не наши. Только по одной. Дружок и не заметит. Клубничная. А у меня банановая. Интересно, остальные с какими начинками? Да. И что теперь делать? Что делать, что делать? Следы заметать. Пластилин? И коричневая кваска. Прям как настоящие. Даже лучше. Все шито-крыто. Сестренки! А чего сразу и сестренки-то? Это не мы. Ага. В этот замечательный день, 8 марта, хочу вас от всей души поздравить с тем, что вы женщины, а вовсе не мужчины. В общем, это вам, дорогие мои. Ну же, попробуйте, а? Я знаю, вы любите сладкое. Если не съедите, я обижусь. На. Прирожденный лидер. Такс, гардероб с подобной цветовой гаммой выдает личность смелую, отчаянную и ловкую. Ха, ну, все верно, это про меня. Но часто безответственную и слабовольную. 4 из 10. Про волю и ответственность прямо в точку попал. Ха, можно подумать, тебе есть чем гордиться. Тонкая натура, но лишена кулинарных навыков. Ха-ха, 3 звезды. А мои 6 пока никто не победил. Хм, тест личности по одежде? Это не научно. Ха, 2 звездочки. Говори, что хочешь, а тест прав. Умственные способности превосходят физическое развитие. Ха-ха-ха. Глупости. Это случайные характеристики. Сейчас я вам докажу. Хм, малыш.
Малыш еще не развился до личности. К тому же он не сам гардероб выбирает. Этого не может быть. Испытуемый одет изящно и стильно. Подобный гардероб выдает прирожденного лидера. Звезду спорта или кино, а также, возможно, гения науки или искусства. Да уж, живешь вот так, а у тебя под носом подрастает звезда мирового масштаба. Вот повезло малышу, великим спортсменом станет. Не верю. Соберись и дай больше трагедий. Поехали, с восьмой строки. Наша Таня громко плачет. Ого! Вы чего за цирк здесь устроили? Это не цирк, это ж театр. Эх, малыш, губишь ты свое будущее. Ты же прирожденный спортсмен. Так, 5 минут перерыв. Вы нам мешаете. У малыша все данные для великого актера. Вот добьется он славы и успеха и обязательно вспомнит о благородных старших сестрах. Так бессовестно использовать ребенка. Шанс стать выдающимся спортсменом ничуть не меньше. Пусть уж лучше вспомнит старшего брата, который всю жизнь его тренировал. Малыш, помнишь, я всегда тебе запрещал брать мои спортивные принадлежности? Говорил, ты еще слишком мал. Сегодня официальный день твоего взросления. Вперед к спорту! Нигде не можем его найти. Нет его здесь. А теперь прошу прощения, мне читать нужно. Спасибо, Ген. Все сегодня как-то странно себя ведут. Малыш, ты рожден, чтобы стать гением науки и искусства. И кто, как не я, будет твоим верным проводником в мире книг и знаний? Наверное, да. Так, одежда характеризует личность спокойную и ничем не выдающуюся. Однако подобный индивид способен стать самым преданным другом. Эй, малыш, подожди! Ты куда, малыш? Стой! Великий агроном. Смотри, малыш, если закопать твое семечко в землю, оно прорастет. Ух ты, пух ты! Из таких маленьких семечек вырастают большие арбузы? Так растут не только плодовые культуры, но даже древесные растения. И если за ними правильно ухаживать. Орошение – важнейший агротехнический прием возделывания культур. Вот какой секретик сделала. Никто не догадается. Пойду воски покажу. Секретик. Она посадила фантик? А, она хочет вырастить конфетное дерево. А полить? Поливание – важнейший агротехнический прием возделывания конфет. Смотри. Это что за грязная каша? Это кто-то испортил. Ну, попадись он мне.
Посмотри-ка на него. Идет с орудием преступления. Чтобы больше к секьетикам ни ногой. На солнце перегрелись, что ли? Не нужны мне ваши девчоночи глупости. Сделаем еще секретик. Ух ты! На огороде все взошло. А мое дерево не растет. Эх, девчонки, ну сажай, а мне плевать. Кто же это делает? Вот, малыш, так рыхление позволяет осуществить аэрацию почвы. Спасибо, Гена. Геночка, а что ты сегодня делал? Сначала поливал, теперь вот землю рыхлю. А может, ты в лесу чужие секретики портил? Кажется, вы на солнце перегрелись. Лиза, конфеты еще остались? Скоро мы узнаем, кто все портит. Ух, столько секретов наделали, аж плохо. Теперь наверняка поймаем. Кто же так сажает? Понятное дело, ничего не растет. Ага! Вы чего тут развели? Не поливаете, не ухаживаете. Не поливаем? Секретики? Малыш, а что ты тут делаешь? Помогаю вам растить конфетные деревья, как Гена учил. Гена? Малыш, конфеты в лесу не растут. Как? Значит, все зря. И правда, малыш же так старался. Геночка, ты же такой умный. Придумай что-нибудь. В данном случае наука бессильна. Будем спасать веру в чудо своими руками. Лиза, неси оставшиеся конфеты. Дружок, нужны ветки. Роза, сходи за нитками. Малыш, принеси, пожалуйста, лейку из сарая. Хорошо, Гена. Идите скорее сюда! Мой конфетный лес! Он вырос! Поразительно! Видимо, моих знаний об агротехнике недостаточно. Я думаю, эти конфеты мы съедим, а эти я посажу. Нет! Двойной дружок. Правда похоже? Я их клонировал. Взял кусочек от этого цветка, поместил в пробирку и вырастил второй, точно такой же. Вернее, взял кусочек от этого. А это клон. Теперь не перепутаешь. Здорово! А сможешь мой торт на день рождения клонировать? Малиновый. Бобиков, Аршавкину! Аршавкин бьет поворотом! Гол! Получилось! Ты вообще умный? Иди и пинай свой мяч на улице. Тогда бы ты не увидела коронный удар Аршавкина в моем исполнении. Ты еще и смеешься? Ну все, на мой день рождения можешь не приходить. Лизка, ну ты чего? Это же я так любила. Может, это и к лучшему. Подарок не надо дарить. А малиновый торт? А аттракционы? Может, ты с ней поговоришь, как свидетель? Скажешь, что я не хотел ее обижать. Могу попробовать. Лиза, можно к тебе? Ну, что еще? Лиза, может быть, ты простишь дружка? Он не специально. И не проси, Гена. Он грубьян, а еще он лодый, разгильдяй, обормот и позор семьи. Ну как? Бесполезно. Она про тебя и слышать не хочет. Говорит, что ты не лучший пример в нашей семье. А, понятно. Слушай,
А что, если сказать Лизе, что я тебя клонировал? И на ее день рождения придешь не ты, а твой двойник. Ха, двойник пойдет, а я останусь? Вот инфузория. Ты пойдешь. Просто Лизке скажем, что ты — это не ты, а клон. Точно! Ты зачем дружка привел? Я же говорила, что больше не хочу его видеть. А где дружок? А это? Это не дружок, а его клон. Я назвал его дружок версия 2.0. В отличие от предыдущего, он хороший, вежливый и не занимается глупостями. Вот, смотри. Фу, мяч! Глубоко уважаемая Лиза, разрешите помыть за вас пол? Ну, помой. Тем. Дружок, убери же свой мяч! Подождите, а где наш старый дружок? Ты же сказала, что он грубиян. Вот я и посадил его в пробирку и вывел из плохого дружка хорошего. Не волнуйся, того безобразника ты больше никогда не увидишь. А этого вполне можно пригласить на день рождения. Не поняла, как это посадил в пробирку? Ему же там тесно. Ну и что? Сам виноват. Первый дружок хоть и был безобразник, а все равно свой, родной. Немедленно вынимай моего братика из пробирки. Или ты тоже не хочешь ко мне на день рождения? Хорошо, хорошо, Лизочка. Я все сделаю, только не нервничай. Гвоздь мне в кеды. Ничего не получилось. Теперь и меня из-за тебя на день рождения не позовут. Быстро иди и скажи ей, что ты — это ты. Что, Лизка, родного брата не узнала, а? Ой, братик, это ты. Знаешь, а я подумала, что все-таки приглашу тебя на свой день рождения. Ура! А куда ты дел второго? У меня еще посуда немытая. Нету. В результате реакции синтеза этого дружка тот дружок испарился. Испарился? Но ведь он тоже был живой. И ты его уничтожил? Ты злой и жестокий мальчик. Ко мне на день рождения можешь не приходить. Лиза, поздравляю тебя с днем рождения. Я, между прочим, тебя не приглашала. Лиза, это не я. Гена меня из себя клонировал. Я хороший. Малыш, передай-ка мне кусочек малинового тортика. Как стать львом Яшей? Эх ты, вратарь, дырка из команды, решето. Маловато еще для важных матчей. А, это ты, Юнга? Заходи, полюбуйся. Красивый кораблик. Моя первая бригантина. Еще совсем молодым матросом я совершил на ней кругосветное путешествие. Шторма, ураганы, айсберги. Эх, да что-то я разболтался по-стариковски. Тебе, наверное, на тренировку пора. У вас там вроде ответственный матч на носу. Ага, сегодня с Тузиковыми играем. Только меня все равно не берут. Почему? Говорят, что я этот нападающий бублик из команды Сита. Не вешай нос, Юнга! Ты еще станешь львом Яшей! А кто это, лев Яша? Это самый лучший вратарь в мире. В молодости мы были дружны. Ходит легенда, что когда команде льва Яши вручали хрустальный кубок, один из футболистов выронил его из лап. И Яша в отчаянном прыжке... В отчаянном прыжке поймал хрустальный кубок у самой земли. Вот каков он был, лев Яша. Здорово! Thank you.
этой же. Роза, ты должна мне помочь в одном важном деле. Ой, сама важность. В каком еще деле? Ты должна сначала подержать эту вазу, а потом по моей команде ее бросить. И остаться на выходные без кино и дискотеки? А для чего же я тут собиралась 4 битых часа? Вот еще. Но как же я тогда стану львом Яшей? Лиза, помоги мне, пожалуйста. Ты что, не видишь, я работаю. У меня вдохновение. Говори, только быстро. Я хочу, чтобы ты уронила мамину любимую вазу. Ага, сейчас. Я ее воскокаю, а ты про меня потом маме наябедничаешь. Мне это очень нужно. Конечно, нужно. Меня накажут, оставят без сладкого, а тебе конфет в 2 раза больше. Махинатор. Гена, поможешь мне в одном очень важном деле? В каком? Я должен стать львом Яшей. Это невозможно по определению. Яшей ты не можешь стать из-за родителей, которые уже назвали тебя малышом. А львом из-за Дарвина и его классификации видов. Хотя современная наука на уровне генных мутаций при определенных условиях. Ну тогда подержи, пожалуйста. И ввести ее в другой организм, то при благоприятных условиях можно добиться... Это я сам виноват. Заморочил мальчишке голову. Рановато тебе еще повторять подвиги, Львояш. Представляете, полный разгром. 84-23. В общем, порвали Тузиковы нас, как грелку. Не вешай нос, Юнга. Ты еще станешь Мухтаром Аршавкиным. Развитие таланта. Ого, Лизка, ты теперь в наседке подалась. Ой, ой, малыш, ты почему в шапке? Ужин на плите. Ну прям вообще, что происходит-то? Ну, ну, давай, давай. Ой. Эй, вы чего здесь делаете? Ну, что случилось? Вы что, все оглохли? А? Я спрашиваю, почему вы сидите в ванной? И так весь день. Лиза! Лиза! Лизка, замолчи! Почему? Я вчера отправила диск со своими лучшими песнями на Вадю и теперь готовлюсь к сольному концерту. У меня будет настоящий концерт на большой сцене, как у самой Жанны Киски. Ой, я просто в восторге. А до концерта можно помолчать? Ни за что! Отсутствие тренировки – это гибель для голоса. Я должна репетировать постоянно. А будете мне мешать, скажу маме, что не даете таланту развиваться. Секундочку. Когда Лиза ест яйца, можно услышать тишину. Ага. Ням-ням-ням-ням-ням. Такая вкусная шоколадка. Правда, я уже таких 2 съела. Хочешь? А это не вредно для связок? Нет! Сработало. Подозреваю, что шоколадка скоро закончится. Значит, нужно много шоколадок. Эх, Лизка все это за неделю не съест. Тишина!
Спасибо, я наелась. Больше не надо сладостей. Надо было ей снотворного в конфеты подложить. Придется ждать, когда Лиза станет звездой и уедет на гастроли. Мы столько не продержимся. Я знаю, что нужно делать. Что, больше некому трубку снять? Алло. Это Лиза? Да, это я. А это я. О! Жанна Киска. Лизонька, ты очень талантливая девочка. Но понимаешь, у тебя как раз сейчас формируется голос. И если ты его сорвешь, то никогда не сможешь петь. Так что потерпи, годика два, а лучше три. Да, хорошо. До свидания. Слышали? Я звезда! Ой, мне же нельзя кричать. Представляете, я поднимаю трубку, а там Жанна Киска! Что? Где? Ой! Ай! Ну что такое? А что гудит? Да в чем же дело, наконец? Что за шум? Ну сколько можно шуметь? Доброе утро! Я тут подумала, вас уж мне петь пока нельзя. Буду осваивать твамбон. Не попадать же таланту.